Добрый день, дорогие братья и сестры. Это краткое пояснение к видео, которое я снял и разместил на своем канале вчера. Несколько моментов. Прежде всего, я не меняю свою позицию, и я размещу в описании к этому видео те ролики, еще раз продублирую, которые есть на моем канале, и в рамках которых вы можете в полной мере ознакомиться с моей позицией. Второй момент о том, что я считаю, что начертание, оно будет и есть физическое. И так как я верю, что этот процесс поэтапный, и в одном из видео я говорил о том, что этот процесс, он выходит как бы за рамки седьмины, то вот современная процедура, которая сейчас проводится, я считаю, что это уже начертание. Вот. Единственный момент, который я поднял вчера, это действительно ли буквально вот этот финальный этап в середине седьмины должен быть обязательно с физическим нанесением на правую руку или на лоб. Может ли быть это образом? Потому что я расшифровал, да, какое значение духовное имеет рука и лоб. Но в любом случае, как бы это ни было, именно уже это финальное начертание, действительно будет оно наноситься там на правую руку или на лоб, или оно так и будет нечто, да, иным. В любом случае, естественно, помимо духовного значения, это и физическая процедура. Поэтому еще раз вы можете ознакомиться с моей позицией в рамках роликов, которые я размещу. И хотел этот момент еще раз уточнить.